Всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я Александр, технолог производства. Сегодня сделаем небольшой обзор по одной из новинок текстуры A232. Выглядит она вот так. Интересно тем, что помимо прорисовки дерева мы можем наблюдать вот такие полосы, которые напоминают перфорированный металл. Текстура довольно универсальна, потому что печатать ее можно практически на любую базу. В зависимости от того, какого результата вы хотите добиться, цветом базы можно играть, но лучше делать образцы предварительно. Как под матовым, так и под глянцевым лаком. На темных цветах она смотрится довольно интересно. Выдержка на воде 2,5 минуты. Температура воды 27-28 градусов. Настройки по активатору также стандартные. Рабочее давление единичка, манометр SATA. И подача материала 2,5 оборота. Печатаем на темно-коричневую базу шоколад. Если есть желание подчеркнуть именно металлические вставки, базу лучше брать темнее. Если просто дерево, да, можно стандартные цвета апатия, пиран. На серых цветах неплохо смотрится. Такая коричневая база. С базой можно экспериментировать как угодно, поэтому делайте тест. Какого результата хотите добиться? Если будут какие-то дополнительные вопросы, пишите нам в комментариях. С вами была компания Fusion Technologies. Всем пока!